Люди, без которых не было бы Тольятти. Накануне Дня строителя ветераны Куйбышев-Гидростроя возложили цветы к памятникам первым руководителям легендарной строительной организации Ивану Камзину и Николаю Семизорову. Напомним, что самому КГС в этом году исполнилось бы 70 лет. Организация перестала существовать в начале 90-х, однако память о ней живет в таких масштабных проектах, как Жигулевская ГЭС, предприятие большой химии «АвтоВАЗ» и автозаводский район Тольятти. По 10 часов мы работали без выходных. У нас ни на ГЭС, ни на автозавод, когда строили, выходных не было. А наоборот, иногда сутками оставались. Но эта вся работа мне очень нравилась. Поэтому я все нагрузки выдержал. Даже в 90-е годы, в 90-м году, Куйбышев-Гидрострой, хотя уже было тогда темп намного ниже, все равно ввели жилья 340 тысяч квадратных метров. Конечно, поражало все это энтузиазм рабочих. Это темпы были очень хорошие и активные работы. Когда строился завод, когда строился автозаводский район, вместе с ним работали и работники из завода. То есть совместно, общими усилиями создавали производственные мощности, жилье, объекты соцкульбыта. То есть трудились бок о бок. И в принципе вот эта дружба, взаимодействие, оно сохраняется и до сих пор.